Ватикан разрешил транссексуалам принимать крещение в Римско-католической церкви и становиться крестными родителями и свидетелями на свадьбе. Об этом говорится в разъяснительном письме доктринального ведомства, которое формально стало ответом на ряд вопросов бразильского епископа Жозе Негри. В документе отмечается, что крещение с участием трансгендеров, прошедших курс гормонального лечения или сделавших операцию по смене пола, возможно при отсутствии рисков публичного скандала или дезориентации верующих.